Привет. Извиняюсь перед армянским народом за то, что непристойно себя вела, что позорила честь нации и ложно называла себя армян. Хорошо, пройдет у меня номер своего отца, матери. Я же сам лично с ними общаюсь. А вы мне кто, чтобы я вам диктовала номер своих родителей? Кто? Вы мне кто? Кто? Ты, да. Ты еще раз говорю, ты армянка, там ты дело. Если бы ты не была армянкой, я наполовину армянка, наполовину русская, если что. У меня мама русская, папа армянин. Наполовину. Тогда почему, когда я тебе задал вопрос, ты кто по нации, ты говоришь армянка? Во-первых, со мной в таком тоне не нужно разговаривать. Слышь меня, бля. Ты хоть тон угомони. Ты свой тоже нормально. Ты, бля, слышишь меня, нет? Идите нормально, пожалуйста. Ты кто такая, что ты сейчас со мной разговариваешь, а? Рот закрой свой. В прямом смысле, бля, рот закрой свой, тебе еще раз говорю. Идите нормально, пожалуйста. Ты кто такая, что зовет себя армянкой? Мне полицию вызвать? Вызывай прямо сейчас. Вызывай. Ты кто такая, чтобы себя армянкой называть? Ты мусор, бля, поняла меня? А? Пожалуйста, успокойтесь. Ты позор нации, бля, не армянка. Ты поняла меня, нет? Тебе еще раз говорю, ты поняла или нет? Пожалуйста, успокойтесь. Эй, бля, тебе говорю я. Успокойтесь, ну. Зачем вы так себя ведете? Ты еще и армянский не знаешь, тем более. В смысле, почему? Почему? Я так сказал. Пока я здесь нахожусь. Это моя девушка. Какая на тебя девушка, бля? Ну, родители знают все. Родители нормально. Знают все нормально, да? Да. Ее и мои. Ты поняла меня, нет? Ты кто по нации? Я тебе еще раз армянка. Говорю. Ты мусор, бля, поняла меня? Да ты мусор, ясно? Бля, я сейчас буду, поняла меня, слышишь, бля? Ты говоришь, вам сучек, где жду? Э? Ты, бля, мусор, просто вот взял, выкинул тебя, вот что, вот кто ты, ты меня? Пожалуйста, я не... А? Что, зовет себя армянка, бля, когда спрашиваешь нацию? Где бы ты ни была, запомни. Когда тебя спрашивают, кто ты по нации, говори русская. Грузинка, азерка, в любом случае, но не армянка. Ты поняла меня? Тебе говорю, бля.